замерзли? Холодно? Давно да стоит? Ничего, ну, а пододелись, думаешь, приоделись. Приоделись, холодно, и он, смотри, холодно. Снег замерз, заморозили его. Один раньше, замерз. Согревали еще со вчерашнего. О. Угу. День Победы. Спасибо, братуха, прилетел. Пускай будет, ерунда. На кармане чистая платформа. Тоже вижу, у меня бампер есть. Супер! Клево! Олег, ты что там стал? Иди сюда, хоть подойди. Олег, да иди к нам! Уже забалтывает, да? Я вообще-то тут. Никуда не терялся. Олег, все нормально? Держи, отлично. Положи в карман. Мы тебя любим, уважаем и ценим. Так что... Да подожди, кстати, как тело. Оно реально придет само. Вот я вот поверил, честно. Оно само придет. Потихоньку, главное. Ну, и я про что? Береги байк, слышишь? Ладно. На старом на работу, а на новом на прогулку. Чтобы, да, потому что оно. Подарки надо ценить, да. Саня, видишь, переживает всей душой и телом. С рамой на работу, а без рамы. На вечерний променад. Владимир Иванович, успеем за грибами. И за картошкой тоже. Не переживай, все успеем. Сейчас побудем здесь. Какие вообще все, планы? Все у вас будет. По плану? Пока не знаю еще. Ну, генерал, 5000. Ну, молодец. Вся колбаса твоя теперь. Ближайшего магазина. Есть же колбасные гиперы, да, какие-то одежды, знаешь, колбасы. Это рай, да, Саня? Колбасный рай. Для дедушки, да. Мы уже так полюбили Озерскую. Надо искать здесь выходы. Да? Мне хочется попробовать. Чудо. Она наподобие докторской. Да. Сань, надо в следующий раз с центральной, слышишь, коробок 10 загрузить на газель. Озерская? Да? Озерская сюда прям направить. Давай с Олегой сфоткаем. А можно я сфоткаю? О, да, давай. О, раз, два, три. Улыбаемся. О, на память пусть будет. Всем спасибо, друзья, кто уделил внимание, пришли. Едет. Мы изначально едет, не едет. Там назначили встречу, а там все перекрыто, друзья. Но так как мы не местные, конечно, пришлось поплутать, побродить. И вот здесь вот прибомбились. Большая конюшенная 8А. Здесь пока будем. 10 минут пишет вам. А? 10 минут едет. Едет. Артур едет. Еще пару подруг сделаем. Владимир Иванович, может, День Победы давай долбанем? Сегодня же праздник. А? Или Дроздов. День давай Победы. Дроздов. Как он был, отец далек, как костреком. Трупшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы. Порохом пропах. Это праздник. Сединою на висках, это радость. День Победы! День Победы! День Победы! Отлично, Владимир Иванович. Патриотизм зашкаливает. Все как всегда. Россия великая страна. Успеем и за колбасой, не переживай. Сейчас на машине потом туда и поедем. Сейчас 10 минут, Артур. Ну, туда-сюда. Походка нормальная, Владимир Иванович. А ты заявился ему? Только что. Сейчас приедем. Что, надо ехать, да? Это
не стали мы военную форму брать, чтобы не заругали. Успеем, успеем, Иван, не переживай. Всю купим, все возьмем. Гордея, кто с Омска смотрит, всем привет, сибиряки. В Питере встреча с дедом, с Гордеем, с Олегом. Виталик Валяев тоже здесь. Спасибо, спасибо, братух. На добром слове. Все знаю. Знаю все, да. Курюшка пошла с икрой. Вот это да, блин. Вот. Может, в Питере хочется. Да. У нас курюшка тоже самый деликатес. Как не растет. На сковородке с икрой. Самый топ. А я, если честно, ни разу не пробовал. Да килька даже сам. Даже у вас продается, она, наверное, сушеная. На мой продается. В пивниках, да? А? Курюшка. В пивниках да, есть. Да, да, видел. Я могу сам. Нормально. Я курсами стал допасть. Лучше, чем остаток. Крейсер Аврора полетел. Буквально зимний полетел. Поглядим еще, Владимир Иванович. Время есть. Что тут у нас Олег рассказывает? Что ты, Олег? Хорошо выйти с этого леса и понеслось. Да, как же? Туристическая наша эта миссия. Что завтра надо? Завтра я хочу наехать на разводные мосты. Тут надо в 12 ночи вставать. Пол-12 там как раз. А ты спишь обычно в это время? Сейчас, поверь, я в это время уже спать не буду. Да? Да. Будем ждать. Если он сказал, значит он это сделает. Далек? Ну. Я прочел. Сейчас пацан. Да. Нет, ну там сначала дадим. Самый-самый первый сейчас.